Семья Чугуновых мечтала иметь много детей. Сын Павлик подрос. Настала пора подумать о братишках и сестричках. Долгожданная беременность наступила, но УЗИ увидели двойню. При повторном осмотре выяснилось, что есть и третий малыш. Беременность протекала спокойно. Дарья настраивала себя на лучшее и не переживала. Этой зимой легла на сохранение в перинатальный центр «Мама». Вскоре, 22 декабря, малыши появились на свет. Да, я 13 декабря сюда поступила. Встретили хорошо. Мне здесь очень понравилось. Здесь очень вежливые люди работают. Вот. Очень благодарны им. Ребят назвали по святцам – Владимир, Анна и Александра. Мальчик родился самым крупным. Первой у нас родилась девочка. Вот она, это Анна. Родилась она с весом 2,140. А сейчас весит 2,700 с чем-то. Не помню уже точно. Мальчик второй родился, его зовут Владимир. Он родился с весом 2,490, сейчас практически 3,200 весит. И третья у нас родилась девочка Александра с весом 2,170, сейчас она весит 2,700. Появиться на свет прелестным тройняшкам помогали лучшие специалисты перинатального центра. Их уж точно не напугать сложными беременностями, потому что именно мама специализируется на патологиях. А к двойням и тройням как раз акушеры-гинекологи относятся с особым вниманием. Детки появились на свет немножко раньше срока, на 35-й неделе, что, собственно, для многоплодной беременности это не редкость. Они провели у нас несколько дней в отделении реанимации интенсивной терапии, после чего были переведены в наше отделение патологии новорожденных, где им было проведено полное обследование. Глава семейства, когда узнал о грядущем пополнении, был крайне удивлен, хотя в их роду были случаи появления двойняшек. Семья на время переедет к родителям Дарьи, ведь с четырьмя детьми без помощников не обойтись. Ну, мы сейчас у ёшных родителей уже поселились, вот, для детей все подготовили. Вот, чёща моя очень много помогает. За сокровищами семьи Чугуновых медработники следили несколько недель после рождения. И, наконец, выписка из роддома. Слезы радости, объятия, цветы. Встречать маму вместе с новорожденными пришли близкие друзья и родственники с обеих сторон. Семья Чугуновых отправилась домой, а местные специалисты пошли дальше помогать людям появляться на свет. В прошлом году в перинатальном центре родилось 1405 мальчиков и 1157 девочек. Из них 31 двойня и всего пара тройняшек. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.